Рассказывать о книге, не сказав ни слова об ее авторе, невозможно. Впрочем, шаг вперед – это и есть история самой Эми Пурди. История 19-летней девушки, которая стала актрисой, моделью, спортсменкой, в общем, звездой. Правда, это не сказка о Золушке. Это страшная сказка. Во-первых, я никогда больше не буду себя жалеть. Я могла умереть. Мне ведь уже предлагали это легкое решение, но я выбрала вернуться. Во-вторых, к ближайшему сезону я снова встану на сноуборд. В 19 лет Эми Пурди заболела. Диагноз – бактериальный менингит. Врачи долго боролись за ее жизнь. Удалили селезенку, пересадили почки и ампутировали обе ноги. После этого девушка вышла на подиум, снялась в клипе Мадонны, продолжила заниматься спортом и стала первой сноубордисткой, завоевавшей бронзу на Паралимпийских играх в Сочи. Эта гонка вышла совсем не такой, как я себе представляла. Но я решила покорить эту трассу, взять под контроль все, что могу, и подстроиться под то, что изменить не в состоянии. Это и есть самый важный выбор и в спорте, и в жизни. Шаг вперед из тех книг, которые читаешь и понимаешь. Как бы плохо у тебя дела ни были, есть люди, у которых все намного хуже, а они не отчаиваются. Это мотивирующее произведение можно найти в сети магазинов «Моя книга». Будете читать – не забудьте носовые платки. Слезы наворачиваются постоянно.